Obviously a big win for us. We had a lot of different guys step up. Это очень большая и важная победа для нас. Парни забили очень нужные голы, неплохо отработали, ну, хорошо отработали в как в большинстве, так и в меньшинстве, и нам очень сильно нужна была эта победа. И насколько важно было сыграть на ноль? I mean, it was important for me to give the team a chance to win. You know, that's all. Но для меня гораздо более важным было дать принести эту победу для команды, не пропустить сегодня шайбу, в принципе, не обращая особого внимания на то, есть сегодня сухарь, нет его. Главное, что я смог не пропустить ни одного броска, и для нас это очень важно. Впереди матч с Минским Динамо. Будет ли он как-то особенно настраиваться на эту игру? No, I mean, obviously it'll be fun to go back there. They have a nice ring. Будет очень хорошо, приятно вернуться в Минск, потому что там очень хорошая арена, хорошие болельщики. К тому же я знаю все хорошие рестораны в Минске. Но опять-таки для нас, нам предстоит очень сложная поездка, и для меня вот конкретно в Минске будет очень важно, так же как сегодня, дать команде шанс выиграть, а не пропустить ни одного броска. Ну и в принципе нет особой разницы, с кем играть, нам сейчас очень нужны победы.